Лот номер один нашего информационного аукциона. Рубрика «Новости на кирпичной стене» со смешными комментариями. Первая ставка – 30 секунд внимания от вот того мужчины в усах. 30 секунд раз, 30 секунд два, 30 секунд три. Продано! Новости из интернета за сегодняшний день со смешными комментариями, которые Рома расскажет стоя на белом кирпичном фоне. Первый заголовок. В школе в Зиновых будет 11 первых классов. И как же здорово будет вот перед приемом в школу приходить родителям и узнавать. Вы знаете, вашему ребенку повезло. Ваш сын будет учиться в первом ЙО, потому что следующие ребята будут уже учиться в Ж. Далее. Осужденные в Кировской области слепили из снега военную технику в натуральную величину. Вот фото. Знаете, зная наших заключенных, если чуточку хлопнуть, то под коркой льда точно обнаружится мякиш. Дальше. В Кирове звезда бандитских сериалов встретился с трудными подростками. Встреча проходила в дружеской и непринужденной атмосфере до тех пор, пока ребята не узнали, что он играл мента. Ну и, наконец, заголовок сегодняшний. Через 2 недели будет выбрана лучшая пресс-служба. Знаете, мы почему-то уверены, что победит в этом конкурсе кировская теплоснабжающая компания. Потому что сегодня сотрудник пресс-службы КТК выложил на YouTube вот такое видео. Всем привет, Lexi Dance in the House. 23 февраля дичайше тусим в клубе Black Rose City. Сотрудник пресс-службы слева. Русская сталь! Yeah! Хотя, как нам кажется, это заготовка для комментариев на будущее. Вот, например, зададут им на пресс-конференции вопрос. Из-за чего произошел прорыв трубы Новоровского? Русская сталь! Yeah! В общем, поздравляю КТК, вы скоро тоже получите какую-нибудь здоровскую статуэтку.